Если хочешь, что люди следовали за тобой, если хочешь, чтобы они подчинялись к тебе, создай демократичную диктатуру. Это иллюзия демократии. Это иллюзия демократии. Что я имею в виду? Например, ты хочешь, чтобы твои друзья с тобой пошли гулять. Ты скажи им: дорогие друзья, я на все согласен. Мы можем пойти пешком, мы можем пойти с такси, с троллейбусом, с трамваем, с автобусом, с поездом. Я согласен со всеми вариантами. Вот так. Ты выглядишь демократичным, но на самом деле ты даешь им один и тот же вариант. Все варианты синонимы друг друга. Все слова синонимы друг друга. Ты не даешь им выбора не идти гулять. Вот так. Это я имел в виду. Поэтому для людей создай демократичную диктатуру. Пока.